Добрый день! Магазин Lyuchit.ru и наше видео. Сегодня у нас достаточно интересная тема, как можно одно и то же украшение, мы выбрали сегодня браслеты, использовать несколько раз, то есть с несколькими комплектами. Мы берем вот такой браслет Медея, он вот такой формованный, вот у него какая закрывашечка, да, закрывается. И берем два цвета камней основных, это хризолит и оливин, и посадочные камни еще желтый топаз. И начинаем использовать его, то есть вы можете купить один браслет и к нему подобрать сразу несколько комплектов, чтобы немножко сэкономить, скажем так, семейный бюджет. В данной ситуации камни у нас каплевидной формы. Мы подобрали, значит, вот этот браслет стоит 12 тысяч рублей, называется Медея. И к нему подойдет прекрасно садиться комплект Агаба. Хризолит полностью по грамке соответствует. Сережки здесь, видите, как с тремя подвижными, вот три подвижных контура у них. Называется комплект Агаба. Кольцо достаточно большое, посмотрите, как они вместе, ой, что-то дружно смотрится. Такой комплект стоит 8360 рублей. В нем вы с удовольствием сходите на праздник, на какой-нибудь юбилей. А в повседневной жизни прекрасно сюда можно взять комплект «Колос». Тогда это будет менее торжественная ситуация, да? Он тоже хорошо достаточно сядет сюда. Называется такой комплект «Колос». Он стоит 5390 рублей. Очень дружно они себя вместе чувствуют. Или, например, взять вот такой комплект, который называется «Флоксы», также к этому браслету. Он также подобран в этой гамме. Хризолит, оливин, видите, желто-зеленый и дополняет желтым топазом. Называется комплект «Флоксы». Такой комплект, он, конечно, подороже и работа здесь посложнее. Цена комплекта «Флокса» 10 600 рублей. Тоже отличный вариант. Причем он уже, вроде бы комплект «Флокса» достаточно крупный, но его можно и каждый день носить. Можно его, конечно, носить и отдельно. Сюда очень хорошо подойдет. Теперь мы, видите, работаем с оливином. Берем вот такой комплект, называется «Султан». Опять же, гамма у нас «Хризолит», «Топаз желтый». Это уже прекрасно будет смотреться. То есть у вас уже получается, мы подобрали 4 комплекта, и со всеми с ними совершенно дружно будет жить один и тот же браслет. Значит, это комплект «Султан». Он стоит 8410 рублей. Так, еще. Это комплект родной, так сказать, который завод делает изначально к этому комплекту. Он называется «Медея». Видите, то есть завод не перегружает. Он считает, что если браслет достаточно большой и активный, то комплект к нему должен быть более простым. Комплект «Медея» 5840 рублей. И еще один комплект, который также очень прекрасно дополнит оливин. Наш насыщенный зеленый цвет. Комплект называется «Юность». Видите, то есть один браслет у нас очень хорошо работает со множеством комплектов. Комплект «Юность». Цена комплекта 7520 рублей. И следующий комплект тоже весь из себя разноцветный. Называется он «Морель». Опять же, он поддерживает эту гамму. Тоже более повседневным отнесем его комплектом. Комплект «Морель» 5810 рублей. Вот таким образом можно все украшения носить в разное время и в разных местах. Дальше мы возьмем следующую гамму, розово-сиреневую. Возьмем вот такой браслетик, он называется браслет «Лена». Цена этого браслета 9760 рублей. И начнем подбирать украшения к нему. Начнем с такого простенького маленького украшения с натуральным жемчугом. Называется браслет, комплект «Калибри». Значит, стоимость браслета 9760 рублей, а комплект 5280. Это более повседневный вариант украшений, да? Менее такой крупный. Дальше прекрасно сюда в гамме, посмотрите, как хорошо садится комплект «Итана». То есть, опять же, с одним браслетом вы покупаете несколько комплектов, и прекрасно они носятся. Комплект «Итана» 5520 рублей. Так. Обычно нас покупатели просят это делать, когда у кого-то дома уже есть украшения. Дальше мы смотрим комплект «Анданте». Тоже такая некрупная классика. «Анданте» 4070 рублей. Когда дома у нас уже у кого-то есть какие-то украшения, мы подбираем, просим, чтобы вы прислали нам фотографии, и мы подбираем к уже имеющимся.
Но вот здесь можно рассмотреть варианты, когда к одному браслету взять несколько комплектов. И вроде бы совсем разное использование. Значит, и последний комплект Эврика, 7340 рублей. Вот такая розово-сиреневая гамма. Так, теперь мы просмотрим другую гамму. В данной ситуации у нас будет цвет синего сапфира. Начнем мы с браслета Хризантема. Это изначально то, что создано заводом. Вот такой браслет, он тоже имеет чуть-чуть жесткую форму, застежечка, как у часов. Я сложу его вот так, чтобы было удобно смотреть. Вот так, наверное. Вот. К нему завод изначально делает вот такой родной браслет. Он называется, браслет называется Хризантема, 8480 рублей и комплект 8680 рублей. Опять же, мы можем поиграть, допустим, если мы любим цвет сапфира, можем взять к нему вот такой простой рабочий комплект, называется Рафинат. Посмотрите, очень хорошо садятся, хотя камни, казалось бы, несколько разные огранки, но вместе они очень даже интересно смотрятся. Комплект Рафинат, стоимость 3800 рублей. Дальше немного понарядней, но тоже хорошо садится. Комплект называется Променад. У нас прям стихи Рафинат, Променад. Смотрите, в более торжественном случае отлично сработает. Да, не сильно такой, но для торжественного случая, например, там на корпоративе, который в достаточно скромной обстановке справляется. Комплект называется Променад, 5710 рублей. Следующий комплект такой легкий, с небольшими весюлечками, называется Вечер. Вот, тоже будет очень хорошо с этим комплектом дружить и дополнять гардероб ваш синим цветом. Особенно это хорошо будет к однотонному платью или платью, на котором там есть какие-то узоры темно-синие. Комплект Вечер. Цена комплекта 4050 рублей. И более нарядный, пафосный вариант комплекта называется Анна. Тоже очень даже замечательно подойдет к этому комплекту, к этому браслету. Этот комплект стоит 8310 рублей. К браслету, который называется Хризантема, и стоит 8480 рублей. Так, сейчас мы посмотрим, это мы смотрели с вами сфианитные камушки. А теперь посмотрим натуральные камни. Вот такой браслет Броуда. Посмотрите, у нас здесь розовый кварц представлен, аметист и серый агат. Понятно? Поплыла. Да, агат. Вот смотрите, начнем мы с вот такого комплекта, он называется Море. Розовый кварц, рядом с розовым кварцем натуральный розовый топаз, натуральный аметист. Посмотрите, как прекрасно он подчеркивает такую розовую нежную гамму. Комплект называется Море, цена 6490 рублей. Следующий комплект, который тоже очень удачно здесь подчеркивает розовую гамму, называется, опаньки, зацепилась, бывает, Моника. Здесь дополнение, видите, то есть идет натуральный розовый кварц, который с браслетом сочетается. Вокруг у нас фианиты цвета аметист, то есть опять же они в гамму хорошо попадают. Вот такой комплект, то есть к одному браслетику мы носим несколько украшений. Дальше подчеркивает у нас серую гамму, серый агат. Комплект называется, так он у нас не имеет названия, 724-8300. Тоже великолепно подходит. Вот такой. Далее мы смотрим комплект Гарта, также с серым агатом. Он также дополняет серую гамму. То есть браслет у нас будет работать день и ночь, называется. Сегодня одели серый, хорошо серый смотрится. Завтра одели розовый, хорошо розовый смотрится. Видите, как? Отрабатывает себя по полной. Дальше смотрите, интересный очень вариант, комплект Роуз. Тоже прекрасно здесь ложится. Везде у нас кабошоны гладкие. Цвет агата серый. То есть замечательные варианты. А, комплект Роуз у нас стоит 8010 рублей. Далее мы смотрим вот такой комплект Дина с аметистом. То есть здесь у нас будут дружить аметисты. Комплект Дина, 4050 рублей. И следующую подружку, которая замечательно садится к этому комплекту, мы взяли вот такой образец. Сесиль.
Но опять же, мы берем только несколько комплектов, все показать невозможно. Здесь у нас и аметисты дружно садятся, и розовые кварцы, натуральные камушки. Комплект CC стоит 10 500 рублей. То есть вы сразу закроете свой гардероб на многие-многие моменты. Он практически, ну, базовым, конечно, его сложно назвать, но такой хорошо употребимый. И следующий браслет, который мы рассмотрим, браслет Каберне с натуральным сердоликом, сердолики в виде кабошона. Смотрите, начнем мы с вот такого комплекта Алиота. Здесь у нас тоже сердолик гладкий, кабошонистый, рядом оксидирование использовано. Комплект Алиота стоит 5740 рублей, а браслет 8200. То есть вот такой вариант браслет, ой, комплекта. Далее у нас комплект Есения. Опять же, видите, кабошон, сердолик одинаковые. Немножко разница есть, конечно, в отделке. В этом, ну, не поспоришь. Но она не так, мне кажется, не рвет глаза. Вполне себе дозволительно. Комплект называется Есения. 6110 рублей. Далее, опять же, комплект Моника. Он просто у нас универсальный, практически подо все подходит. Смотрите, как хорошо они вместе дружно садятся. Комплект Моника 7490 рублей. И последний комплект с сердоликом 719 артикул 12 400 рублей. Здесь у нас рядом с сердоликом натуральные топазы. Если, например, в Каберне топазы, там фианиты цвета топаз, то здесь натуральные топазы, натуральные гранаты, вот такая лягушечка. Тоже очень вместе все компонуется хорошо. Поэтому задумайтесь о том, как сэкономить бюджет и в то же время разнообразить свой ювелирный гардероб. До свидания!